Здравствуйте, дорогие друзья и лучшие на свете зрители! Как вы уже догадались, сегодня наш герой – посуда, в которой сочетается белый с синим. Я очень люблю гжель, у меня собрана ее небольшая коллекция, и я так много о ней восторженно рассказывала, что многие из вас стали такими же ее фанатами, как и я. Так вот, это видео в первую очередь для вас. Сейчас гжель подорожала, и собрать из нее сервиз стало проблематичным. Поэтому, чувствуя свою ответственность перед вами, я решила сделать видео о том, как ее можно сочетать и комбинировать с другой посудой. Все вы знаете, что сегодня очень модно фьюжн. Стиль в дизайне, в основе которого лежат сочетания разных рисунков, направлений, дающие в сочетании неожиданно прекрасный эффект. Вот смотрите, это у меня маленькая тарелочка 20 сантиметров, но большие тарелки стоят уже от 800 рублей и выше, поэтому решила не покупать, но зато вот у меня была вот такая тарелка синяя, видите, синим ободком, это, кстати, уже забыла, по-моему, это Дулёва, да. Это Дулёва. Вы можете убедиться, что намного интереснее выглядит гжель вместе с синей Дулёва. Вот сочетание намного лучше, чем сочетание на золотом. Ну, во всяком случае, синяя тарелка, которая для основного блюда, она тоже, это не гжель. Тарелочку колодца. Стоила она, по-моему, 150 рублей. Ну вот, конечно, можно использовать и ее, но мне все-таки кажется, что синим интереснее. Конечно, проще всего использовать одну тарелку или тарелку на подстановочном блюде. Или использовать несколько предметов в одном куверте, но из одного сервиза. Но сегодня мы будем говорить о том, как можно в куверте комбинировать тарелки с разными рисунками. Или даже с разными цветами этих рисунков. Вот здесь широкое поле для творчества. Есть возможность пофантазировать, проявить свой вкус, свои знания современного дизайна, тенденций современных. Это очень захватывающий творческий процесс. А ведь надо учитывать при создании сервировки еще и цвет скатерти, элементов декора и даже цвет живых цветов. Да даже вазы, в которую их поместили. Мы как бы рисуем на столе разными красками с помощью посуды, скатерти, цветов. Но сегодня наш главный герой – тарелки с синим рисунком. Ведь сочетание белого и синего любят очень многие на нашей планете. Thank you.
Сегодня я вас хочу познакомить со Стеллой из Германии. Она переехала в Германию с Украины более 20 лет назад. Живет она в этом старинном доме, наполненном всевозможными чудесами и красотами. Живет с кошками и двумя забавными бассетами. Но вы помните, те самые собаки, которых очень любил Коломбо. Она увлеченный коллекционер, и я ее заразила своим увлечением к жилью. Но в Германии к жилью нет, зато есть бесчисленное количество немецкой посуды с синим рисунком на белом фоне, которую она и приобрела. У Стеллы, уже ставшей моей подругой, много интересной посуды. И если вам это интересно, я могу вам ее показать. Потому что в последние годы выпускают даже целые сервизы с тарелками с разным орнаментом. Вот вам два примера. Я увидела их в онлайн-магазине. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время расставаться. Надеюсь, вам было интересно. Здоровья, удачи и мир вашему дому. До встречи!